Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию прохождения этой замечательной карты, где нам осталось два последних самых сложных уровня в истории Майнкрафта, где нам предстоит взорвать два последних дома, которые строили нубы и гриферы, тем самым мы просто избавим весь мир от всех нубов, да, ребята, но перед этим не забываем поставить лайк, я буду очень сильно благодарен, если мы наберем 1200 лайков, я прям всем вам руку пожму, если бы это было бы реально. Но, ребята, не забываем, 1200 лайков и выходит сразу новое видео с прохождением карты без модов. Пиксельмон, неважно, потому что я люблю своих подписчиков и вы меня отблагодарите лайком, а я сразу же выпущу новое видео. Не поленитесь, пожалуйста. Так же, как я уже сказал, каждый подписчик мой друг, поэтому, если хотите вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, я буду только рад. Я читаю ваши комментарии и отвечаю на них. Поэтому не поленитесь, напишите комментарии и вступите в нашу семью. Я буду каждому рад. Да, ребята, а сейчас мы приступаем к самой карте. Ну что, это 9-й уровень. 9-й уровень, где нам нужно взорвать вот этот Modern House, как он называется. Но я не знаю, получится ли у нас это. Дайте еще немного погромче вот так где-то сделаю. Это будет очень сложно. Да, очень сложно, потому что эта карта все-таки приносит нам свои сюрпризы. И вот этот 9-й уровень, он очень сложный. Как я уже понял, много-много запар нам тут предстоит пройти. Но все же, ребята, мы с вами не будем сдаваться. Мы расставим это все вот так как-то по периметру. Вот эти все блоки, ТНТ, чтобы все задеть. Все задеть, что тут у нас есть, и попробовать взорвать сразу же. Но с первого раза я не говорю, мы же пробовали даже взорвать 3 раза в предыдущей серии, как я понял. Самая большая проблема в этом доме, то, что тут есть куча, еще раз повторюсь, очень большая куча полублоков. А как вы знаете, или кто-то не знает, то я вам сейчас скажу, то, что блоки, точнее, то, что ТНТ очень и очень и очень плохо взрывается на полублоках. А если толком, то у ТНТ очень маленький радиус поражения. Ох, нифига себе цветочек. Очень маленький радиус поражения на полублоках. То есть он всю свою мощь, всю свою силу не выделяет, можно и так сказать. Поэтому это будет очень трудно. Но все же, ребята, мы с вами не будем расслабляться. Мы, давайте еще сюда один запихнем. Мы все-таки постараемся это все уничтожить и постараемся пройти вот эту карту как можно быстрее. Потому что, ну, лично мне, вот честное слово, ребята, скажу, лично мне не терпится узнать, что у нас будет на 10-м уровне. Ну просто представьте, вдруг там какой-то замок будет. Да, мне кажется, не вдруг, а так оно и будет. Какой-то замок нереально большой, который нам... сюда, который нам предстоит взорвать. Я не знаю, получится ли это у нас. Я не знаю, ребята. Давайте еще вот сюда перепрыгнем. Один сюда поставим, один сюда, один сюда. Один сюда можно, один сюда, сюда. Нужно все очень круто расставить. Это можно убрать, чтобы задеть практически каждый участок этого дома, чтобы он подвергся нападению, жестокому нападению ТНТ. Давайте еще один сюда запихнем, один сюда запихнем. Сюда. Вот тут, в принципе, есть еще полноценные блоки, но очень-очень сложно будет это все взорвать. Честное слово, ребята, очень сложно. Но все же мы же с вами не будем расстраиваться, да, по этому поводу. Мы все-таки уже прошли 8. Да, мы прошли 8 уровней, и, в принципе, мы попытаемся дальше пройти еще те уровни, которые у нас остались. Никто не говорил то, что будет просто. Никто этого не говорил. Поэтому, ребята, мы постараемся. Да, в принципе, знаете что, давайте не будем тянуть это за причиндалы. Я сразу же сейчас вернусь, когда это все расставлю. О, наш домишко завершен. Давайте посмотрим. Офигеть, тут, наверное, уже больше блоков ТНТ наставлено, чем этого кварца. Но давайте, ребят, попробуем. Давайте отсюда. Прям центр всего взрыва у нас будет. Смотрите, сколько я на крыше наставил ТНТ. Я все-таки надеюсь, что эти полублоки наконец-то уже уничтожатся. Потому что хитрожопые, кто создавал вот эту... Как вы видите, все-таки... Вы заметили, ребята, то, что у нас осталось 3 полублока? То есть, давайте отсюда начнем. 3 полублока. Не остался ни заборчик, ни полноценный блок, ни стекло, а именно полублоки.
Чувствую, попотеет моя задница при прохождении этого уровня. Да, это все, что осталось этого дома. Офигеть. Давайте отсюда попробуем. Не подведи нас, зараза. ТНТ, если ты нас не подведешь, мы все тебя расцелуем. Пожалуйста. Как меня эти уже полублоки забодали, а? А, чувствую, ребята, мы сегодня не пройдем эту карту. Тут вообще 10 уровней, кто не знал. И эти 10 уровней у нас растянулись на 3 серии. То есть есть такие карты, где мы проходим 25 уровней за 20 минут. Да, есть такие карты, допустим. А тут 10 уровней этой карты растянуты уже на 3 серии. И это еще не финал, то есть подождите, мы еще эту карту можем проходить до следующей серии. Да, а потом будет еще четвертая серия, где мы будем проходить 10 уровень. Но нет, давайте все-таки, ребята, мы постараемся. Давайте отсюда начнем. Давайте все-таки мы постараемся в этой серии уже наконец-то добить окончательно эту карту и просто освободить весь мир от нубов, потому что это не дело. Это не дело, ребята, не-не-не. Вот прям летающие блоки, они летят везде, но не сюда, куда нужно. Не туда, куда нужно. Давайте отсюда. Ну! Что осталось? Да все, мы уничтожили дом. Ребята, что? Нас троллят, все. Мы уничтожили дом. Чуваки, вы ничего не попутали? Мы же его уничтожили, там ничего не осталось. Или я что-то плохо увидел? Фиги, ребята. Там ничего не было, вы это видели? Почему нас не перекинуло на следующий уровень? Мы же уничтожили этот дом, я уже обрадовался. 10 уровень, может ты какой-то баганый что ли, а? Ну вот, сейчас я согласен, сейчас мы не уничтожили его полноценно. Но только что мы же его уничтожили. Фиг его знает, нас походу троллят, ребята. Это 100% какой-то троллинг. Потому что я уничтожил его полностью. Ладно, давайте еще раз попробуем отсюда. Да. Если я сейчас буду опять 5 часов сидеть и пытаться уничтожить этот дом и пройти на следующий уровень, и нас опять затроллят то, что уровень не сохранится или что-то в этом роде, я удаляю эту карту нафиг. Это попа какая-то. Ну не подведи ты уже нас, ну пройдись уже этот уровень. Не, ребята, мы еще будем потеть. Еще офигеть, как долго мы будем потеть. А знаете что, давайте мы вспомним нашу тактику, с помощью которой мы прошли... Нифига себе, сколько тут ТНТ. Мы прошли несколько уровней назад, один, в принципе, очень даже сложный дом, где я тоже парился. Мы начинали взрывать с крыши. Тут тоже крыша очень такая закрученная, то есть в том смысле, тут очень много полублоков. Очень много полублоков. Если, допустим, мы взорвем с того места, где остается больше всего полублоков, вот видите, тут офигеть каких много. Давайте отсюда начнем. Вот так. Посмотрим. Посмотрим, ребята, что с этого получится, потому что я не имею ни малейшего представления. Как этот дом меня уже заколебал, этот модерн... Никогда не стройте модерн хаусы. Там столько находится... Там взрывается 10 ТНТ на одном месте, и на том месте, где они взорвались, все-таки остаются полублоки. То есть полублоки вообще разрушаемые нафиг? Они вообще разрушаемые? Вот смотрите, ребят, на этом месте сейчас взорвется ТНТ, взорвется куча ТНТ, вот эти все. И эти все полублоки практически останутся. Сейчас. Давай. Ну... Но очень много нужно взрыва, чтобы все-таки разрушить эти полублоки. Это просто офигеть.
солнечные батареи или какие-то ночные блунные нафиг. Я сейчас поставил вот тут, во, центра. Чё-то вообще? Давай, зараза. Я ненавижу полупоки. Я не знаю, ребят, честно, я просто не знаю, что вообще делать с этой картой. Это у меня уже случается третий раз. Третий раз, когда я полностью взрываю этот конченый, извиняюсь, но он реально конченый дом. Я взрываю его полностью, и все. И все. Карта останавливается, и дальше меня просто-напросто не пропускает. Ну, хоть убейте меня, но я не вижу тут ни одного блока, который бы я не взорвал. Ни блока, ни заборчика, ни стекла, тут все пропало. То есть полностью. Или я просто слепой какой-то, но... Я ничего не вижу. А если мы попробуем... Допустим... Опа! Все... Нет, ребята, я не зачитерил, Кто сказал то, что я зачитерил? С какого перепуга я бы читерил, если я три раза... Ни хрена себе! Это фи... Это финальный уровень! Ого, это большущая гора! Это очень сложно взорвать. Давай ему преподнесем урок и взорвем его. Его гору с нереально большим взрывом. Я очень этому рад, но тут маленький домишко, нереально маленький домишко, где вообще ничего нету. И вы хотите, чтобы я взорвал вот эту нереально большую гору из-за того, что тут дом 2 на 2 блока? Ребята, да идите вы в жопу. Сколько мне сейчас это будет? Я мало того, что год буду расставлять ТНТ. Если оно еще не взорвется, я просто с ума сойду. Ну, ладно, попробовать нужно. Ребят, я не читерил, вы видели то, что я два раза взорвал дом, один раз без съемки, но меня почему-то не перекинуло в следующий уровень. Но мы прошли его вот так. Ну что, ребят, будем начинать взрывать это все. Я вернусь через пару часов, когда я расставлю эти все стаки ТНТ, и вы посмотрите, что это будет просто гора ТНТ. Сейчас вы это все увидите. Ну что, ребята, я уже успел покушать, я уже успел десертик скушать, я уже успел себе кофеечек сделать с молочком. И это уже сколько времени прошло, но все-таки, сколько у нас там, 9 стаков ТНТ было, я наконец-то это все расставил. Я наконец-то вернулся, и сейчас мы к чертовой матери, извиняюсь за выражение, но взорвем эту карту нахрен и уходим отсюда, потому что я уже заколебался ее проходить. Ну, если ты такой про то, что ты смог пройти эту карту на тяжелом уровне, напиши в комментарии, сколько уровней ты прошел. Я действительно хочу с тобой посоревноваться, ребята, да? Ссылочка есть уже в описании, я не вымогаю лайки, я сразу же ставлю ссылки в описании, я не говорю там, ссылка выйдет на столько-то лайков, когда наберем столько-то лайков. Поэтому, ребята, это последний уровень, я надеюсь, последний взрыв, мне кажется, это взрыв типа, чтобы запомнить карту, большой взрыв, который мы, с помощью которого мы уже полностью пройдем эту карту, я надеюсь, чтобы просто запомнить, да, а не испытание. Но увидим, ребята, увидим. Скачивайте, проходите и пишите, сколько уровней вы прошли и на какой сложности. Ну что, ребята, поехали. Вот это что за хрень? Почему меня не переместило в спектейтер мод? Что это вообще такое? И мы еще даже не взорвали. Еще тут даже чуть-чуть осталось. Ладно, давайте еще одну попыточку. Нужно уже это нафиг взорвать. Сейчас. Попробуем еще раз. Давайте. Или я не могу.
А, ребята, я не могу, смотрите, я не могу повторить этот уровень. Мне кажется, это просто развлекающий уровень, то есть последний. Потому что, смотрите, я даже в чат не могу ничего написать, то есть я не могу нажать, чтобы повторить этот уровень. Разве что, если я... Press a key to set the command, NG use it. Teleport to team member, что за хрень? Я, наверное, ребята, Майнкрафт сломал. Смотри, что у меня в инвентаре появляется. Сейчас. А фиг его знает, что... Вот, ребят, смотрите, что. Close меню. Ладно, мне кажется, на этом можно заканчивать. Я не знаю, прошли ли мы этот уровень или нет, но, как видите, тут еще несколько блоков осталось. Но все же я не могу повторить, потому что, как вы видели, карта у нас забагана. То есть, и после 8 уровня, после 9, точнее, извиняюсь, даже когда мы его проходили, почему-то нас не пропускало на следующий уровень. Я уже просто хочу забыть об этой карте, мы уничтожили все дома, хоть тут еще чуть-чуть осталось от последнего, но тут, мне кажется, никто жить не сможет. Поэтому, ребята, заканчиваем и валим нафиг с этой карты, я больше никогда не хочу возвращаться. 3 серии, и то мы до конца ее толком не прошли, потому что она забаганная, то есть первые 8 уровней вы сможете пройти, 9-10 нет, потому что он немного забаган. Но все же, ребята, я... Хочу надеяться, то, что вам понравилась эта карта. Если вы хотите больше прохождений карт, если вы хотите больше серий без модов, даже больше пиксельмонов, все, что вам нужно, просто поставить лайк. Да, ребята, я рад каждому вашему лайку. Не поленитесь, это 1 секунда, чтобы его поставить, но вы действительно сделаете мне приятно. Я каждому из вас скажу большое спасибо. Ребята, я верю, то, что мы сможем набрать 1200 лайков. Хотя бы, пожалуйста. Также не забываем подписываться на мой канал, ссылочка есть там в уголку, ссылочка есть под видео. Нажимайте на большую красную кнопку и вступайте в нашу большую дружную семью. Я вас всех приглашаю, каждый подписчик для меня друг. Поэтому ты можешь оставить свое сообщение, свой комментарий под видео. Увидишь то, что я на него отвечу. Мне кажется, немногие ютуберы так активно общаются со своими подписчиками, как я. Поэтому, ребята, к сожалению, мы прощаемся. Встретимся завтра в следующей серии. Посмотрим, что это будет за серия. Но на сегодня, ребята, всем удачи, всем пока.